Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force. Ну что ж, забираем свои награды за седьмой день. Шикарненько. Так, здесь у нас сферки. И забираем с тобой ИС-8. Вау. Ха, эмблемы. Ну что ж, неплохо так. Реклама, свали отсюда. Давай зайдем на почту, посмотрим, что у нас тут есть. Ага. За ранг еще 500 сфер получаем. Так, и здесь. Слушай, ну неплохо, сейчас мы с тобой немножечко прокачаемся. Так, остальное все помечаем как прочитанное. Я думаю, надо открыть для начала вот эти вот красные сферы. Ну, самые дешманские, я их так называю. Так, давай, приступим. Окей. И еще кого-нибудь подкиньте мне, пожалуйста. Ага, Рой. Замечательно. Так, ну что, давай припасы будем с тобой открывать. Начнем со сфер. Так, премиум сфера. Дайте что-нибудь хорошее, пожалуйста. Я вас умоляю, что-нибудь чудное. Да твою же налево. Не совсем то, что я хотел, друзья мои. Так, ну что, сфера красная звезда, погнали. Спайдермен. Окей. Давай еще что-нибудь. Ниндзя, да? Еще что-нибудь. Давай по чуть. Так, железный кулак. Дубликаты, все, ребята, это дубликаты у нас. О, вот этого. Подожди-ка, он у меня, нет, не открыт. Поэтому никаких дублей. И последнее. Так, жаба. Жаба у нас есть. Все, да? Все, что могли, мы с тобой получили. Жаба зарабатывает новое повышение красной звезды. Кстати, друзья мои, да, сейчас мы еще с вами откроем новых персонажей. Ну, новых это для меня, конечно же. И первым это будет призрачный гонщик. Он, кстати, очень-очень долго ждет именно вот этого момента открытия. Если не соврать, где-то, наверное, на месяца 3-4. Я все хотел сделать серию, где я его открываю. Ну, выглядит он, конечно, солидно. Мне нравится. У него способности адский огонь, адский мотоцикл, карающий взор и дух возмездия. Он у нас герой, город мистики, Буян, сверхъестественный мститель в маске и метаморфоза. Короче, вербуем, 20 тысяч он стоит по вербовке. Ну, 3 звездочки для начала, это уже хорошо, ребята, это уже классно. Мне нравится, теперь есть кого мне дальше еще прокачивать. Напиши в комментариях, как тебе этот боец. Если он у тебя есть и прокачан, скажи, вообще стоящий этот герой или нет. Стоит ли в него вообще вкладываться. Ну а мы приступаем с тобой к открытию следующего персонажа. И это у нас Корвус Глейв. Вот такой вот он Корвус. Разрез тени, кровопускание, мрачная глефа и преданный предводитель. Это у нас злодей космоса, навык Буяны и Черный Орден. Это приспешники кого? Конечно же, Таноса. Ну что, вербуем. По вербовке он стоит очень дешево. Такая ухмылка у него. И у него всего лишь 2 звезды желтенькие. Доступно сразу нам разрез тени и кровоспускание. То есть нам нужно его будет прокачивать, соответственно. Ну и переходим к последнему персонажу. Это у нас Сиф. Сиф я недавно, ребят, получил, если честно. Буквально, может быть, 3 или 4 дня назад. То есть не получил, а накопил на нее ДНК. Ну что, вербуем. Это у нас герой, космос, навык, протекторы, дети Асгарда, амбициозные. Отражающий удар, сокрушение щитом, вихрь клинков и защитница Асгарда. Вербуем. То есть у нее получается одна красная звезда, да? И одна желтая. И сразу нам открывается отражающий удар и сокрушение щитом. Все. И остается нам что? Только лишь повысить. Так, мастер клинка руки получил повышение. И жаба, да, у нас с тобой хочет получить повышение. То есть вторую красную звезду. Да. Ни разу, ребята, не дрался с жабой, даже не знаю ее способности. Ну, а не дрался, потому что она у меня не прокачанная. Хочу, естественно, на Минерву прокачать вот этот вот, ребята, скилл.
Не хватает 8, ой, 4 сферы вот эти вот, а эти сферы либо покупать, либо ждать, когда они тебе выпадут из вот этих сфер. Сфер войны и фиолетовое снаряжение. Блин, твою ж налево. Не получается. А покупать, соответственно, за реальные деньги я как бы не хочу, ребят. Так, ну здесь вроде бы все по персонажам, да, пока у нас. Дальше давай открывать с тобой сферы. Сфера нажива. Ну, может быть, здесь что-нибудь хорошее выпадет нам по снаряжению. Нет, как всегда, щиты, кулачки. Да, все не то, ребят. Этого у меня хоть лопатой, как говорится, жри. Ну, вот это еще ладно, сгодится. А остальное все, ну, тоннами просто у меня копится уже. Я не знаю, куда их тратить. Так, здесь у нас что получается? Ага, сфера налетчика, давай откроем. Понятно. Ничего путевого, короче, они мне не дали. 550. Ну, давай посмотрим по припасам. Страйфа, что ли, докупить? Ну, давай докупим. Я ведь могу его сразу улучшить. Где-то у нас страйф. Где ты находишься? Давай-ка мы тебя сразу улучшим. Он где-то внизу у меня получается, да? Так, подожди-ка, вот он. Новый ранг. Сразу же вот так вот хобана. Неплохо. Слушай, а страйф, он к кому относится? Мутанты, мародеры, мстители в маске, метаморфоза. Что-то я не могу понять, к какому отряду он относится. Наверное, к тому же, да, куда и Корвус идет. Скорее всего, к ним. Хотя, может быть, я не прав. Так, ежедневные цели. Давай посмотрим, что у нас с тобой выполнено. Так, сферы мы с тобой открыли. Дальше нам нужно что сделать? Пройти два испытания. Купить 3 припаса. Ну, обычно, ребят, я делаю именно так. С ежедневок начинаю. Сколько, блин. Боеголовка. У меня всего 18 карточек на нее. А нужно дофига. Так, ну что, поехали. Это мне не нужно. Так, папка. Папка возьмем. Папку мы возьмем с тобой. Дальше смотрим. 20 штук. Пока перебьюсь. 56. Перебьемся. 72. Тоже перебьемся. Вот это вот надо брать. Окей. Дальше смотрим. Это не нужно. Вот это что у нас за сфера продвинутая? Ну-ка давай возьмем. Здесь я тратить ничего не буду. Так. Купим. И вот это вот заберу. Так, пробирка. Пробирка, хорошо, у нас есть. Ну что, купил. Купил, соответственно, я могу завершить задание. Дальше у нас с тобой участвовать в 3 миссиях команды героев, потом злодеи. Давай начнем со злодеев. Энергии у нас с тобой, наверное, хватит. Я, ребят, коплю одного персонажа. Вот этого. Хочу его просто прапать, поэтому будем его искать. Ага, 4 карточки нашли. Так, забираем здесь награду. Так, Иза. Давай с тобой здесь тоже сразу же 120 энергии потратим, я думаю, да? Никто не будет против. Все, на слив. Шикарно. Так, забираем здесь то же самое. Пройти 2 испытания. Ну, испытания, ребята, мы, естественно, с вами проходим на автобое здесь. Что успел я, как говорится, пройти и докуда, то и собираем. Давай сюда зайдем. Ну, эй, игра. Вот почему-то именно вот на этих наградах у меня вот так вот долго обдумывает. Я не знаю, почему. С чем это связано. Как вот зависнет и думает, 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 думает. Ладно, мы с тобой забрали. Можно задание закрыть. Так, смотрим дальше. Значит, участвовать в миссиях команд героев. Ну, здесь все понятно. Я беру себе, ребята, Феникса. Так, давай. Фиксим, потратим. Ну, сколько ты мне подкинешь?
Вообще ни одной. Ни одной карточки, молодцы. Так, держать. Ну что, выполнить все ежедневные. Так, участвовать в двух налетах. Ну что, пойдем, наверное, в налеты с тобой. Ух ты, ух ты. Выиграй осколки зеленого гоблина. У нас обновились задания, я посмотрю. Так, и каких персонажей нам нужно брать? Так, нам никаких. Просто вот награды сюда смотрим. И здесь, да, гоблин. Гоблин, слава богу, у меня открыт. Первый бой, ребята, мы с вами пробежим сейчас на автобое. Это будет все довольно легко и просто. Так, ну что, вот она командочка. Давай-ка, наверное, в рукопашечку сами с тобой подеремся. И начну я с Кейджа. Погнали. Так, дай-ка я, наверное, чуть-чуть поставлю ускорение. На, Дэдпул красавчик, да? Да иди ты, зверюга. Подожди, что я делаю-то, ё-моё? У меня автобой стоит. Я хотел в рукопашку подраться, я хотел скорость увеличить. Ну что? А, он сделал провокацию, да? Но он уязвим. Хе-хе-хе. На тебе. Кейджа нужно валить. Это полюбасика, друзья. Знаешь, что меня интересует? А с какого перепуга у меня здесь в команде делает зверюга, а не Минерва? Я не понял, кто здесь мне пошалил, так сказать, а? В команде в моей. Иди отсюда, палач. Так, ну что, Тора, давай вот так вот сделаем, бум. Ну и Венома, конечно же, вы потрошили. Слушай, я действительно, я не могу понять, что у меня в команде делает зверюга. Это не дело, надо менять. Изменить команду. Вот у меня стоит Минерва, грустит. С какого перепуга у меня тут зверь? Вот она, командочка моя. Эх, Гамора, Гамора. Блин, там осталось-то ей, кстати, совсем немножечко для того, чтобы ее прокачать. Ну что, нам нужно с тобой два, да, сделать налета. Ну вот и прибыли. Опять же начну с Кейджа. Да иди ты. Харе, 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 ребят. Угомонитесь уже. Ну-ка. Ну Кейдж так, господи. А мы сейчас сделаем с тобой массовое кровотечение. Вот и все, хлопчик отдупился. Так, теперь, конечно, кросса нужно валить. Я не хочу дожидаться, когда он применит свою массовую атаку. Ну-ка. Эй, росомаха, росомаха. Но, тем не менее, уязвимку наложили. Все, это уже плюс. Бум, Спайдермен упал. Уп. Нет, команда у них слабенькая здесь. Так что никаких проблем особых у нас не будет. Ну-ка давай. Ать! Кровотечение. Он отдуплится от него. А я вот займусь. Хотя можно вот так сделать. Так даже будет проще и лучше. Ну что, добиваем с тобой Тора. Ну вот и все. Задание мы с тобой сделали, поэтому ежедневочку можно закрывать. 135. Ну, обычно, ребята, когда я играю один, не на съемке, естественно, я прохожу полностью, трачу всю энергию здесь, на этих испытаниях. У нас еще 150, то есть я могу где-то, ну, боя 3-4 точно сделать, потому что от этого зависит моя награда. Соответственно, жетоны синие, за которые мы с тобой покупаем карточки на персонажей. Так, и гоблина одного все-таки получил. Но это я сделаю уже потом, ребята, вне кадра, доиграю все-таки. Так, заходим в магазин, идем в сферы. Так, получаем. Сферочка. Да ё-моё, ну, человек-муравей, ну, вот зачем ты, а? Выпал мне. Так, давай с тобой откроем еще здесь изо. Окей. Всего лишь 3 выпало, маловато. Сколько у нас? 880, да? То есть мы можем с тобой продолжать покупки. Так, это же здесь у нас, да. Вот этого хочу, ребята, полностью королевского стража Кри докачать. Потому что я хочу сделать команду из Кри. Что-то вот я загорелся. Конечно, мне хотелось бы еще из этих сделать. Где у нас Фьюри-то? Я уже забыл, как их команда-то называется. Ну, там что-то долговато мне, если честно, прокачивать. Ну что, нам нужно с тобой всего лишь на аренке выиграть
Ну, не выиграть, а сыграть два боя. Ты не смотри, что у меня так немножко подглючит, потому что, ребята, у меня три игрухи рендерится. То есть очень много ресурсов сейчас поглощает компьютер. Так, а мы с тобой выбираем пока... Блин, классика жанра, да? С ними, блин, не справлюсь. Серьезно говорю, с ними... Вот! Вот, вот это то, что мне нужно. И по мощам слабы. Я думаю, что мы сможем их разобрать. Ну что, я готов. С кого начнем? Ну, конечно же, с Кейджа. Лучше всего начинать именно с него. Так, Спайдермен, конечно, тоже тут будет меня нервировать. А я все равно буду акцент делать на Кейджа. Потом, кстати, меня будет нервировать Халк. Вот, попомни мои слова. Будем бить. И попробуем вот так вот сделать массовую. Фигня какая-то получилась. Какая-то фигня получилась. Так, он сделал, вот. Халк взял, ребят, провокацию, вот этого я боялся. Теперь придется от него как-то избавляться. Спайдермен, ты... Да успокойся. Господи. Ну давай сделаем тогда вот так вот. Мне бы Кейджа достать. Так, кровотечение повесили? Нет. А если взорвать? Выжил, гад. А почему выжил? Потому что у него, ребята, отложенная смерть. Вот поэтому и выжил. Бумс, массовая атака от Халка. Начинает Кейдж. Ага. Контратака. Оу, можем добить его. Блин, защита от смерти. Вот сейчас она у него кончилась. Добиваем. Все, Кейдж больше бафать не будет. Теперь, я думаю, знаешь, что мы с тобой сделаем? Паучка, но он очень уворотливый. Попасть еще нужно по нему. Минерва попала, шикарненько. Так, ну что, дальше, я думаю, наверное, будем брать Дэдпула. Хотя надо было Халка брать. Ну, ладно. Добиваем. Да иди ты. Так, теперь... Ну, давай Росомаху тогда уже. Ну как, кровотечение. Есть. И добивку. Шикарненько. Ну все, Халк здесь один, соответственно, ничего не сделает. Мы его просто сейчас разорвем здесь. Он... Да, он, конечно, мощный, жирный поезд пассажирный. Но все равно против уже всего отряда он ничего не сделает. Тем более он получил уязвимость. На тебе. Смотри какой, а. Со своей регенерацией, с этой еще и защита от смерти у него. Надо ее сбить. Все, сбили. Сбили и добили. Так, это был первый бой у нас с тобой на арене. Нам нужно еще будет один сделать. Так, и мы повысились по рангу. Такой смех, ребята. Я на 1300 месте. Ну что же, нам придется с тобой подождать 11 минут. А пока надо чем-то заняться. Так, покидаем с тобой пока арену. Выполнить все ежедневно. Так, сразиться в двух боях в рейдах. Так, давай сделаем с тобой вклад. Подтверждаем. Так, у нас скоро уровень вырастет нашей гильдии. Он будет 26-м. Так, здесь забираем. Т-т-т-т, сразиться. Сразиться в двух боях в рейдах. А рейды у нас вообще открыты, доступны? Сейчас посмотрим. Никто не хочет открывать, да? Никто не хочет открывать. Может быть, не открыть. Пускай ребята пользуются. Мне как бы не жалко. Так, у нас с тобой 14 тысяч есть. Ну, можно открыть на 45-й. Хотя не все у нас такие сильные. Давай возьмем, наверное, средние. 35-45. Да, нам нужно всего в двух боях. В двух боях. Так что я открываю и погнали. Вступить, конечно же. Добро пожаловать в команду удара. Поехали. Ну, друзья мои, тут вы сами видите. Тут сейчас будет просто элементарный разбор. Тем более моей командой такой вот. Ну что, понеслась. Тут все легко и просто. Ребят, я сейчас пройду два боя, да? Остальное я уже буду делать за кадром, чтобы просто не терять время зря. Нате вам массовое кровотечение.
Я, честно говоря, думал, что будет посерьезнее урон. Ну-ка, массовая атака. Этого, наверное, Шитика добьем с тобой. И остается Йонду. Ну-ка, добьем мы его? Да. А это должен отдуплиться. Естественно, кровотечение его убило. Ну что, тогда двигаемся дальше. Еще один бой сделаю. Остальное все, как я тебе и сказал, будем делать за кадром. Перемещаемся вот сюда. Так, у меня сколько? Останется, ну, три боя я потом доделаю. Всю энергию, как говорится, страчу и все. Так, сила команда. Так, я хожу первый, да, получается? Кингпин тут у них. Страж Кри. Давай с лекаря, наверное, начнем с тобой. Ты серьезно? Понятно все, тут даже и думать не о чем, друзья. Если мы так с вами уничтожаем их, то бумс пока. Изи катка, но по-другому тут и не скажешь. Окей. Ну что, я главное сделал это задание, выполнил. Так что забираем с тобой награды. И пойдем куда-нибудь сходим. Это мы закрываем. Это я закрываю тоже. Вот вопрос, куда мне сходить? Так, здесь я забираю награду. Так, ну, арена еще пока недоступна. Я больше уверен, что время не истекло. Так, вклад ключей. Вклад ключей, это все понятно. Давай, наверное, по... О, тихо, припасы. Что у меня здесь опять доступно? Сферы. Понятно. Синее снаряжение. Ну, давай посмотрим, что мне здесь выпадет. Ну, в принципе, неплохо. Выпали кристаллы. Здесь мы с тобой открываем изосферу. Все. Так, а тут... О, 730. Подожди секунду. Может быть, Гамору все-таки? Ой, блин. Много еще надо. Или Кейджа. Ну, Кейджа, да. Быстрее мы, наверное, с тобой прокачаем. Хотя вот почему-то мне захотелось, ребята, носорога качнуть. Не знаю почему, но... Или Майлза. Давай Майлза. Тут осталось совсем немножко до прокачки. Так, 1400. Блин, вот мне бы циклопчика открыть. Было бы круто. Было бы крутенько, согласись. Так, а что у нас с тобой по этим? Страйв. Ну, давай. А, не хватает сколько? 4, а у меня всего 2. Все, я понял. Блин, а куда вот эти вот желтые-то тратить? Я что-то не могу понять. Может быть, что-то покупать могу. Может быть, я не знаю. Здесь. Получить. Так, а у меня... Даже не показано, сколько у меня таких жетонов. 2500, а у меня всего лишь 155. 250. А золотые промо-кредиты. Да, большая редкость, конечно, их получить. Ну, для меня почему-то, ребят, не знаю. Так, что мы с тобой в этапах насобирали? Давай забирать награду. Окей. О, здесь неплохо. Опять, наверное, получим кредит на снаряжение. Ну, вроде бы как все. Да, 100% мы сейчас с тобой откроем снарягу, как обычно, синюю. Так, заходим в сферы. Катализаторы. Ну, давай посмотрим, что нам здесь достанется. Да бредотня. Бредотня. Ну, а здесь... Ладно, это пригодится. Плане. Подожди, мне там было написано, что две сферы. Оранжевое снаряжение еще доступно. Ну, давай посмотрим, что у нас тут выпадет. Так себе. Так себе награда. И здесь, наверное, обычная красная сфера, да? Накопилась у нас. О, нет. Сферы за этапы. Угу. Шокер. Ну что мы будем с тобой сегодня проходить? Давай посмотрим. Хотелось бы что-нибудь пройти в компании. 7-ю главу я вряд ли потяну.
Так, союз злодеев. Союз злодеев, союз героев. Союз злодеев. Война Дума. Завершите восьмую главу Нексуса. Так, Нексуса, восьмую главу, ну-ка давай посмотрим. Так, а я еще только на седьмой, что ли? Упс. Погнали. Погнали, погнали. Так, ну что, в бой. Трансильмания. Помоги доктору Стрэнджу привести отряд удара в Трансильванию и сразиться со скверненными Кри и солдатами Аим. Окей. Мои бойцы прогнали оскверненного Кингпина из Гонконга. Я позабочусь о бароне Морда. Его база расположена в Трансильвании. А в смысле, в Румынии? Я предпочитаю мистические наименования. Я знаю одно мистическое место, куда ты сможешь засунуть свои понты. Понты. Ну что, команду оставляю я прежней, я ее не буду менять. Она не меняется у меня уже фиг знает сколько времени, так что поехали. Может, просто отколдуешь нас прямо к Морда в замок? Нет, Морда везде поставил магические барьеры. Придется пробиваться к нему старым добрым способом. Кто бы сомневался. Естественно, ребята, старым добрым способом. Я только одного не могу понять, что у меня здесь делает Стрэндж. Я его не брал всех в команду. Так, ну что, здесь 8 врагов будет. Раз, два, три, четыре, пять. Пять здесь. И трое еще выпадут. Поехали. А противник-то, походу, силен. Хотя нет, нормуль, справимся. Мы с тобой справимся. Ну-ка, кровотечение, пожалуйста, на него. Отлично. Так, уязвимка на нем висит? Висит. Поехал, Стрэндж. Кровотечение-то навешали, замедляхи. О, красота. Ну-ка, пробить-то сможем его? Да чтоб тебя. Все, минус. Минус хлыщ. А это у нас доктор, да, ё-моё, Аим? Стоит там, притулилась. Типа я ее не вижу. Давай кровотечение на них вешать. Так, Дэдпул, в принципе, готов уже, да? Нате вам подарочек от меня. А вот еще. Воу, надо Локи быстро уничтожать. Пока тут не начал шухерить. Со своими двойниками и прочей ерундой. Без всякой провокации бомбим. Так, Дэдпул, будь добр. Отлично, шикарно получилось. Локи отдуплился. Так, хилка, хорош, успокойся. Ну-ка, Стрэндж. Замечательно. Так, что, давай, наверное, великого ученого с тобой. Оп. По идее, должна отдуплиться, а я пока вот с этой разберусь. Так, следующий у нас будет вот... А, это тоже отдуплится, они вдвоем погибнут. Если лекарь не вмешается. А лекарь, по идее, не должен успеть. Да? Чтоб тебя, я. Вырубили. Ну что, эту хламоку тоже мы с тобой уничтожаем. А этот все еще стоит на ногах, как умудряется жить. Все, потух. Все, это был последний. Кабинет Морда в самой глубине замка. А гроб он тоже там держит? Подальше от солнечного света и чеснока? Ну, типа того. Так, ну что, победа за нами, ребята. Подожди, а кто... А кого у меня подбили-то? Я что-то прозевал этот момент, если честно. Продвигаемся дальше. Ну, по идее, ребята, здесь не столько важно было, да, конечно, на 3 звезды пройти. А здесь важно, потому что тут мы можем с тобой зарабатывать вот этого персонажа, фармить. Ну, я в любом случае должен буду перепройти. У меня должно быть все идеально, все на 3 звезды, как ты понимаешь. Ну, а мы с тобой отправляемся в Nexus 7.6. Вместе с доктором Стрэнджем одолей оскверненного барона Морда, чтобы освободить Европу из-под гнета Ультимуса. Задание принято, погнали. Берегись, Морда не уступает мне в силе. Барон точно главнее доктора. Угомонись, Старк, не заставляй меня снова превращать тебя в крысу и стирать память. Стоп, что?
Это о чем он? Превращать в крысу? Чё-то, по-моему, Стрэндж перебрал маленько. Варвары, Ультимус требует вашей крови. Видишь, я же говорил, Стрэндж, он возомнил себя вампиром. Так, подожди, 21 враг будет здесь, вы серьезно? Ну что за лаги, ё-моё. Так, ну я думаю, с Аимп. Слушай, наверное, надо начинать все-таки со Стрэнджа. Блин, тут провокация стоит. Так, надо пробивать. Надо, ребят, пробивать их всех, этих стражников. А потом, конечно же, нужно браться и за морды. Ну-ка, Масуху. Блин, ну здесь еще хило дофига. А понимаешь, в чем дело? Мы еще и промахиваемся. Обалдеть, они еще и шустрые, понимаешь ли. Есть, минус одна. Так, морда, иди сюда. Никуда не годится. Атака ничтожная просто была. Кровотечение, ну-ка, бумкнем. Он же сейчас вызовет подкрепление, так ведь? Да, что-то я немножко погорячился. Ладно, фиксим. Давай разберемся с морда. Да ё-моё. А, нет, я уже думал провокацию. Почему при вызове молнии такие лаги ужасные происходят? Эй. Твою ж налево, опять провокацию взял. Блин, это три хила здесь, ты прикинь, стоят. Плюс пантера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо, давай-ка мы, наверное, хильнем наших пацанов-то. А этот же у нас подкрепление, по-моему, вызывает. Так, давай попробуем сделать вот так. Как мне до морды добраться? Вот. Сидит там, притулился, а? Ну-ка. Отлично. Отвали. Блин, морда, ты же не уйдешь от меня. Я же тебя все равно достану. Так, остается только лишь добить. Ребят, на нем уязвимка. Зимние солдаты еще прибыли. Ну-ка. Полечились, нормуль. Так, этот от кровотечения отдуплился. Да сколько тебя там бомбить-то надо? Оставалось там чуть-чуть совсем. Ну-ка, давай. Твою ж налево, выпендривается еще, а? Блокировку лечения повесил. А где он сам-то? Все, отдуплился от кровотечения. Ну и славненько. В минус. Ну, с остальными мы разберемся. Даже эти пантеры нам с тобой не помогут. Точнее, они тоже не помогут, они навредят. Погнали, Стрэндж. Ослабление. Ну ты повесил не на всех. Будем честны. Так, минус пантерочка. Давай-ка я возьму, наверное, провокацию. Пускай они здесь бомбят. Нам бы, конечно, с контратакой бы провокацию брать. Так, поехали. Минус еще одна пантера. То есть, раз, два, три, четыре, пять. Это последние бойцы, больше никого призывать не будут. Так, на нем висит. Так, уязвимость. Когда персонаж уязвим, естественно, лучше его бомбить. Так, дальше кого? Давай вот этого, наверное. Добьешь? Молодец. Так, ну а теперь зимних солдатов. Контратака хорошо сработала. Добиваем солдата. Вешаем кровотечение. Ну и все, тут уже ихняя песенка спета, ты сам понимаешь, да? Остается зимний солдат один, который, наверное, сейчас отдуплится от... А, нет, Стрэнджем вольнет его. Морда повержена. Трое есть, осталось двое. Ближний круг трещит по швам. Какой еще ближний круг трещит по швам? Ну, здесь идеально, на 3 звезды, так что, ребята. Ага, победушка. Погнали дальше.
Nexus 7.7. Здесь 100% тоже должен быть какой-то персонаж. Оскверненные Штаты Америки. Помогите Нику Фьюри проникнуть в захваченный Вашингтон и сразиться с оскверненной Гидрой и армией Альтрона. Блин, армия Альтрона. Пора отправляться в Вашингтон и нанести удар по местным войскам Ультимуса. Там не первую неделю хозяйничают оскверненные солдаты Гидры и Альтрона. Самое время выбить их оттуда раз и навсегда. Согласен с тобой, Фьюри, согласен. Этот регион принадлежит войскам Гидры Ультимуса. Приготовьтесь к смерти, страж Гидры в броне говорит. Довольно с меня этих гребаных змей в этом гребаном измерении. Так, сколько здесь будет? 13 противников. Все вспоминал, ребята, как у него отряд называется. Отряд щита, конечно же. Так, ну что, наверное, бафаемся? Это в первую очередь, погнали. Так, но зимний солдат, ну вот не хочет падать, посмотри на него. Ну, в любом случае, отдуплится. Кровотечение я уже на него повесил, так что ему недолго жить осталось. Оп, упал, смотри-ка, распластался парнишка. Так, ладно, расслабляться рано, друзья мои, будем бомбить, вызовем стража. И погнали. Массовое кровотечение я пока думаю не стоит тратить. А вот это вот можно применить. Все равно мы отхиляемся с тобой. Тем более у нас с тобой защита от смерти. О-о-о-о, там еще и спайдермен, я смотрю, затесался вдалеке. Не есть хорошо. Угу. Да ладно, успокойтесь. Ну-ка. Так, делаем с тобой провокацию. Минус еще один. Ну что, 10 бойцов остается, получается, да? 10 бойцов. Это в общем количестве. Ну, Спайдермен, как всегда, в своем репертуаре. Так, у нас с собой хил. Так что волноваться вообще не стоит. Регенерация полнейшая. Что, вот этого шитика давай. Зачем? Надо было обычным ударом. Господи, я ультанул. Фьюри шустрый такой вообще. Пум-пум-пум-пум, побегал, побегал, пострелял по всем. Так, ну что, убираем этого? Нет? А так, если? Окей. Так, еще 8 бойцов, ребята. 8 бойцов, поехали. Сразу одного выбили из колеи. Так, это гренадир. Блин, железный кулак еще прибыл. Ну вот, сейчас начнет тут буянить, а? Знаешь, что в моем отряде не хватает, если честно? Массовых атак. Ё-моё, вот здесь пора, по-моему, делать массовое кровотечение. Хватит на них уже любоваться. Давай, Дэдпул. Ну, господи, ну если бы я знал, что ты пойдешь туда. Он же добивает самого слабого. Так, этот от кровопотери отдуплился. Бафаемся опять же. Контратаку повесили. Это хорошо. Так, ну-ка. Опять. На росомах уже тянет. Ну, нам везет, что они слабачки. Железный кулак, если очень хорошо прокачан, он жарит не по-детски, по-моему. Не понял, паучок, а ты откуда? А, ты здесь уже у нас спрыгал, да? Бомбил здесь. Понял. Так, кровотечение на всех висит. О, кулачку, по-моему, не повезло. Столько кровотечений на него повесили. Ну и, конечно же, Спайдермен, Человек-паук, тоже, ребята, отдуплится. Оу, но он юркий, да, я не спорю. Может поуклоняться. Одним гадюшником меньше. Теперь черед красного черепа. Вот оно как. Мы с тобой идем за красным черепом. На 3 звезды, то есть этот уровень можем фармить, если нам что-то нужно. Но я сомневаюсь, что нам что-то там пригодится. Ну вот и Nexus 7.8. С помощью Ника Фьюри уничтожь оскверненного красного черепа, которого Ультимус назначил наместником в США. 23, 24, 26 тысяч. В общем, ребят, команда сопляков.
порвем. Покончив со скверненным красным черепом, мы вернем свободу США. Старк, ты говоришь прямо как настоящий патриот. Железный патриот, не мой стиль. Ладно, погнали. Как говорится, меньше слов и больше дела. Я более 70 лет провел в изгнании на Вармире, и вот Ультимус поручил мне эту благородную миссию. Мы наконец-то захватили США во имя Гидры и Ультимуса. О, это доставит мне особое удовольствие. Этот красный череп призывает подкрепление раз в два хода. То есть тонкий намек на то, чтобы я его как можно быстрее шваркнул. Но это получится у меня, если не будет провокаторов. Ну что, во-первых, сразу же прокачиваемся и погнали. О, парень-то силен. Каждые два хода, да, он вызывает подкрепление. Ну, кровотечение повесили. Блин, я боюсь, сейчас Кейдж будет, наверное, ребята, делать что? Провокацию, как всегда. Вот что он будет делать. Блин, мне бы уязвимку. Вот, все, он сделал провокацию. Трындец. Кроссбоунса вызвали еще. Так. Блин. Давай, давай, давай. Мне нужно уничтожить Кейджа. Ну-ка, взрыв. Слушай, неплохо. Кейджу, в принципе, ребят, сейчас хана придет. Отхил ему не поможет здесь. Так, теперь кросс, да, берет на себя провокацию. Естественно, нужно нам тогда его как можно быстрее вольнуть, потому что он может сделать массовый взрыв. Который мне тут тоже, нафиг, как говорится, не сдался. Ну, Дэд, ну что ты не добил, господи. Давай стража призовем. Так, а это тоже подкрепление вызывает. А как тебе вот такой вот подарочек, а? Чё ты там, красный череп, колдуешь? Сейчас ты доколдуешься, партизан. Давай, добей его, пожалуйста, росомаха. Ага, фиг там. У него солдаты падают, как эти. Чё там энергию копишь? На, на. Крышка ему должна... Ты смотри, а. Вот и все. Да, призывался он, ребят. Ого! Нифига тут. Если каждый кросс сделает сейчас свою массовую атаку, не дай боже, то это, ребята, будет плачевно для нас. Ой-ой-ой. Они, скорее всего, могут это сделать. Блин, давай усиляться. Так, массовые атаки нам сейчас тут очень сильно пригодятся. Я так понимаю, это последние враги. Минус еще один кросс. Так, ну давай вот этого добьем, фиг с ним. Бумс. Следующего кого? Наверное, вот этого. Они уязвимы, поэтому, да, быстро будут помирать. Так, этот сделал на себя провокацию. Минус еще один. Тыч. Сейчас чувствую, скоро начнется, ребята, атаки. А может быть и не успеют. Хотя даже если они и будут делать атаки, мне кажется, они слабые. Ну да. Это терпимо. Но все равно, если бы каждый бы сделал бы, да, сколько их там было, было бы больно, очень больно. Ты посмотри, сколько они мне здоровья уже ставили. Так, этого мы еще не сможем пока добить. У него, видишь, защита от смерти. Надо ее сбить вначале. А уже теперь добивать. Гидра в Вашингтоне уничтожена. Надо найти последнего наместника, пока он не скрылся. А кто, интересно, будет последний наместник? Сейчас нам покажут с тобой. Ну, тут на три звезды шикарно. Награда так себе. А, это у нас Кингпин. Давай, щенок. Отправляйся в Ванкувер и одолей последнего и самого опасного члена ближнего круга Ультимуса, оскверненного Росомаху. Почему Росомаху? А здесь
Показан, извини меня, Кингпин. А, Кингпин, это мы с тобой будем получать его, фармить. А враг Росомаха действительно 53 тысячи. Ё-моё. Тони, отправляйся с отрядом в Ванкувер и займись последним наместником Ультимуса, оскверненным Росомахой. Отлично, его когти вскроют мою броню, как консервную банку. Поэтому с тобой отправится весь отряд. То есть, прикинь, железный человек пужанулся Росомахи. Ха-ха, вот дела. Зря ты сюда заявился, малец. Живым ты от меня не уйдешь. У этого Росомахи сверхмощный исцеляющий фактор и сопротивление. Да. Не знаю, смогу ли я его вообще одолеть. Поехали. Так, ну что, кровотечение повесим? Он очень хорошо лечится, да, нам сказали? Я вижу, так, уязвимка, отлично, ну-ка. Я не понял, он... Слушай, он, ты видел, как он себе восстанавливает здоровье? Просто обалдеть. Так, секунду, секунду, секунду. Да что ты делаешь, блин, не то хотел. Так, пока на нем висит уязвимость, надо его бомбить по полной программе. Так, 49 тысяч отняли хп. Давай лучом. Окей. Авось получится, блин, он очень сильно хиляется. И быстро причем. Нам как-то нужно его, я не знаю. Офигеть, ты посмотри, что творит. Ну-ка так, если. Ага. Так, давай. Ну, просто ударим. Так, он уже покраснел. Блин, опять уже. Ну-ка давай, Росомаха. Неплохо, вот сейчас было совсем неплохо. Уязвимость висит. Так, ну, Дэдпул. Да чтоб тебе, ну... кровотечение. Да кросс по силе вообще ни о чем, ребят. О-о-о-о-о, кроссбоунс может отдуплиться, ребята. Берем провокацию. Ну... Твою налево, блин, ну не хватает их, хоть тресни, чуть-чуть не хватает. Да фиг ли этот кросс, от него толку никакого вообще. Вот Страж может нам хорошо здесь помочь, конечно, и... И Дэдпул. Ну, Дэдпул, как всегда, ребят, хандрит. Не знаю почему. Контратака, отлично, и... Ну... Кросс, ну хотя бы... Да ё-мо, Дэд. Е! Офигеть, у него там фактор исцеления был. Без наместников операции Ультимуса обречены на скорый провал. И он по-прежнему не нашел вход в Нексус мультивселенной. Но и мы его не нашли. Мы продолжим поиски. Пока что от древних записей было мало толку. Чем больше у нас союзников в этой борьбе, тем проще нам отвлечь Ультимуса от поисков врат. Тем временем нам необходимо найти другие способы ослабить Ультимуса. Есть мысли? Я продолжаю изучать схемы, которые мы украли из преобразователя Ультимуса. Кажется, это устройство может нам помочь. Машина настроена так, чтобы подчинять волю субъекта Ультимусу. Блестящее открытие, я потрясен. Любому Ультимусу тупица, включая Ультимуса из нашего измерения. Если мы сумеем поместить нашего Ультимуса в преобразователь, то подчиним оскверненных ему. Даже не представляю, что может пойти не так. Погоди, дай-ка еще раз сложу 2 и 2. Все сходится, это дурацкая идея. Есть варианты получше, Старк? А вариантов, к сожалению, нету. Но, тем не менее, мы с тобой прошли на 3 звезды, а значит я смогу... фармить себе Кингпина. Кингпин у меня еще не открыт. Так что есть куда стремиться. Да, друзья мои? Ну что, пойдем-ка мы с тобой, наверное, сделаем последний бой на арене. И я, наверное, буду закругляться на сегодня. Так, где у нас там ежедневные цели? Получаем энергию.
Аренушка, порадуй меня, пожалуйста. Порадуй меня кем-то таким, не особо сильным. Вот, 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 вот. Вот это для меня как раз. Ну что, поехали. Попробуем его забомбить. Ну что, командочка готова. И первым у нас ходит Страж Кри. А тут у него три провокатора. Обалдеть. Три. То есть это Кросс, Халк и Кейдж. Ну ладно, повесим кровотечение массовое. У них зато нет хила. А это хорошо, ребята. Ну, Халк, естественно, может сам себе, как говорится, регенерировать здоровье. А вот... А, у нас же еще Кейдж вешает отхил массовый. Точно, точно. Так, погнали. Блин, с Халком я, наверное, не знаю, справлюсь или нет. Так, Кросса почему там бомбанул, да? У него, видимо, было меньше здоровья. Если с Халком справлюсь... Воу-воу-воу-воу, тихо. А если моя очередь? Так, Кросс, ты готов? Погнали. Кого-то не стало, по-моему, в команде, да, у него? Ать! Надо Кросса валить, пока есть возможность. Ох! Кого он мне? Минеру завалил? Упс, тогда дела, ребята, плохи. Это единственный хиллер, который у меня был. Блин, у него еще защита от смерти, ты прикинь? Ну, Слушай, все равно должны выиграть. Кросса сейчас, конечно, вальнут, мне кажется. Так, мы вальнем с тобой Халка. В плане? А как он выжил? Вот дела, ты видел? У него не было защиты от смерти. Но он выжил, несмотря на то, что у меня мой Росомаха сделал супер-пупер удар. Ульту, так сказать. Офигеть. Да, все равно, в любом случае, победа здесь за нами. Отлично, мы повышаемся с тобой в ранге на 1268 место. И получаем последние награды. Все это дело закрываем с тобой и переходим в ежедневки, да? Все, ребят. И также получаем за то, что выполнили все задания, 5 ДНК на Росомаху. Все. Что у нас тут по этапам? Что-то доступно, да? Давай заберем. Кстати, подожди-ка, этап завершен. Мы еще... Вот здесь я, ребят, хочу потратить энергию, да? У нас с тобой есть. Соточку влепить. Окей. Да и вот сюда, наверное. Я не прохожу, ребята, вот эти вот испытания. Не знаю, почему-то мне они не нравятся. Так, 80, давай вольем сюда. Окей. Так, посмотрим, что-нибудь еще доступно. Да, два припасика у нас. Сферы. Ну, одна сфера, я догадываюсь, какая. Да-да, именно она. Давай открывать. Да чтоб тебе. Высота вообще, вот, не чтобы она была основным персонажем, который выпадает. Нет, она вот второстепенным. Плюс кристалл мне выпало. И последняя сфера, это у нас, ну, обычная красная фуфловенькая сферочка. Окей. Ну и вроде бы как все. Да, друзья мои? Да, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!